Новый год – один из немногих праздников, от которого сказки ждут не только дети, но и взрослые. Чтобы вы, наши телезрители, тоже поверили в чудеса, мы встретились с самым главным волшебником Татарстана – Кэшбабаем. Нам удалось узнать, какие письма приходят к нему в резиденцию и с какими просьбами. Как оказалось, Кэшбабай и его дочка Кар-Кызы – любимые персонажи не только у татарстанцев. Письма им приходят со всего мира. Впрочем, иностранцы обычно ничего не просят, поздравляют с Новым годом и Рождеством и хотят, чтобы Кэшбабай поздравил их в ответ. Очень радуют письма, которые приходят из-за рубежа. Это вот было недавно письмо из Уэльса, из Франции, из Калифорнии, и самое поразительное письмо было из Японии. А чем оно поразительное? Поразительно, знаете, они ничего не просят. В наши детишки некоторые там просят то компьютер, то игрушки, лего такие, а там просто поздравления, и они говорят, что у вас, наверное, там холодно, вам, наверное, холодно там, вы приезжайте к нам. Повышенный интерес японцев к Кэшбабаю вполне себе объясним. Разобраться в этом вопросе нам помогли представители страны восходящего солнца, которые работают в Казанском федеральном университете. Говоря о взаимоотношениях Татарстана и Японии, хочется отметить взаимный интерес в области спорта и культуры. Например, в Японии известны татарстанские фигуристки, а в спортивных сборных Казани присутствуют японцы. Так называемый обмен, скорее всего, послужил причиной активного интереса японских детей к татарским сказочным героям. Ну а пока, ожидая самый волшебный зимний праздник, Кэшбабай продолжает получать письма и принимать у себя юных гостей. Здесь у него целая коллекция детских поделок. Особое внимание моментально привлекают вот такие необычные елочки. Среди них даже определены победители в разных категориях. Например, самая креативная или семейная елка. Ежедневно Кэшбабай принимает поздравления, да и сам щедр на добрые слова. Про наш телеканал он, конечно же, не забыл. Дорогие друзья, я желаю вам, чтобы в новом году в ваших домах было тепло, уютно, сытно, чтобы Новый год принес вам новые свершения, чтобы ваши желания сбылись. А студентам я желаю, чтобы они вовремя сдавали свои зачеты и экзамены. Поздравляю вас с Новым годом. Пусть будет у вас все хорошо, радостно, весело. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.